горные дороги Киргизии заслуживают особого внимания. В отличие от немногочисленных дорог Таджикистана, сеть горных дорог Киргизии, она настолько обширна и разнообразна, что привлекает туристов со всего мира. Здесь есть все, то есть от хорошо заасфальтированных дорог до труднопроходимых горных перевалов. Поэтому Киргизия считается самой посещаемой страной среди любителей активного отдыха. Здесь очень развиты как бы автотуризм, пеший туризм, велотуризм, конный туризм, рафтинг. И, конечно, это излюбленное место для мототуристов. Помимо красивой природы, Киргизия интересна тем, что здесь есть самобытная, не изменившаяся культура кочевников. Тому свидетельство долина Сусамыр, через которую проходит наш маршрут. Долина Сусамыр – это самое, наверное, большое высокогорное пастбище в Центральной Азии на высоте почти 3000 метров. И в летний период киргизские кочевники перебираются сюда со своими семьями, чтобы пасти скот на больших просторных лугах. По всей долине, то тут, то там, стоят юрты кочевников, окруженные огромными стадами лошадей, баранов и коров. И в любой из юрт можно всегда остановиться уставшему путнику и найти еду и ночлег. После долины Сусамыр дорога резко начинает подниматься на перевал То-Ашу, и там проходит через 4-километровый туннель сквозь киргизский хребет, за которым начинается спуск на степные равнины, где мы уже попадаем в столицу Киргизстана, город Бишкек. Теперь я гордый участник клуба Silk Off Road. Поездка была незабываемая. Я устал, но это был замечательный опыт. Побывать в этих странах, быть в этой группе. И всем вам, ребята, сказать большое спасибо. Thank you.